Всем здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами Камарачи. Это у нас вторая часть по игрушке Startup Company. И сегодня мы будем продолжать игру на том месте, где мы с вами остановились. Нам надо поднять, то есть повысить суммарное количество ВБшки до 1000. Это сделать, в принципе, легко. Это можно повысить здесь. То есть у нас вот ВБ, вот видите, повышение. Еще можно повысить. Не хватает немножечко компонентов. До 1000. Это все в пределах наших возможностей. Далее. Что сейчас я хочу сделать? У нас есть исследование. Нам нужно обязательно нанять ведущего разработчика, посадить его. И нужно системного администратора. Сейчас тоже будет нанять. Давайте мы сразу же купим два стола. Вообще люди не любят, когда они сидят в таком вот помещении. То есть, ну, тесноте, им нужно больше места. Они потом хуже работают, они потом больше хотят в отпуск и так далее. Теперь поставим один кувшин. Так, кувшин. Немножечко подукрасим наш этот, скажите, пожалуйста. Ну, наш офис совсем чуть-чуть, потому что, ну, как бы, они наши люди начинают потом переживать, нервничать, всякая такая ерунда. Вот когда вы заходите в инфо, там вот цветочная ваза, там 2%, там кофемашина, 7-часовой рабочий день, там вот и нужен. Ну и, короче, всякая такая ерунда. Но это ладно. Потом вот настроение, премии можно выплачивать. То есть очень как бы все продумано. Стартуем. Ну так, у нас вот этот парень нашел вот этот же контракт, обсудить мы с ними можем обсудить. У нас 28 тысяч потенциальных клиентов. Вот давайте поставим на 26. Нет, ну 27 300 так и поставим. И делаем это на 10 дней. Мы будем зарабатывать 52 бакса. Принимаем этот контракт. И наконец-таки пошли наши первые деньги. В день у нас минус. Мы уходим с вами в минус. Почему? Потому что у нас с вами идет рекламная кампания. 3%. Как видите, у нас объявления показываются. В день мы тратим по 1000. Это минимальная сумма. Бюджет на день 1000 мы тратим. Я не знаю, больше ставить как бы нежелательно. Ну, я так считаю. И у нас идет прирост. День закончился. Мы проверяем свои транзакции. Почтовые рассылки, виртуально этот. Так, ну еще день закончится, еще раз проверим. Так, штрафчик. Ага, видите, мы все-таки получили штраф 500. За что только мы получили? И тем. Это, наверное, от этой компании, да? Контракт. А не, мы выполняем контракт, смотрите, все нормально. Значит, нам сейчас должны заплатить деньги. В конце этого дня нам должны заплатить бабки. Так, поиск. Дизайнер, ведущий, разработчик. Начать поиск. Давайте искать этих людей, они нам будут нужны. Так, 52 бакса. То есть мы хотя бы отбиваем пока что свой этот стрим немножко. 12 долларов в день. Это, конечно, слезы. Вообще ужасные слезы, но ничего тут не поделаешь. И у меня работники на обучение вот эти. То есть они у меня сейчас не производят ничего, они у меня обучаются. Пока что пусть обучаются, потому что в дальнейшем будет от них больше пользы. Так, все, вот мы, получается, рекламный контракт, все, мы как бы выполняем. Это можно отслеживать, в принципе, здесь, что вот у нас растет, показать функцию. У нас все четко. Мы контракт выполняем, мы от своих, получается, предложений не отказывались, от своих задач, от всего. То есть у нас все хорошо. Он ищет дальше контракты. Эти мы пока контракты обсуждать не будем. А эти ребята тем временем заканчивают обучение. Так, но бабки мы тратим. То есть у нас все уходит в минус и в минус, потому что у нас 47 тысяч в месяц. Ну, естественно, по 1500 долларов в день. Поиск кандидатов. Смотрите, сколько нашли кандидатов. Новичок 80. Так, сколько тебе платить? Согласен ты на 3600? 4300. До хрена ты хочешь, братан? Чересчур.
Ты согласна на 3 700? А ну-ка. Думает, 4 400. Почему вы все вот на вот ужас 4 200? Опять предложу то же самое. 4 200 не хочет. А, нет, давай на этот на 4 сойдемся. 4, отлично. Все, значит, она приняла наше предложение и теперь будет работать на нас. Создает. Что она будет создавать? Нам нужно развивать свой стрим, прямую трансляцию. Для этого нам нужно внутренний модуль нам нужен и нужен внешний модуль. Давайте это и делать. Так, внешний модуль и внутренний модуль. Для этого нам нужны шестеренки и нужны элемент интерфейса. Так, здесь у нас что? Все как бы создается, все хорошо. Давайте поставим еще и вот эту штуку. Нет, неправильно. Вот так. Неправильно. Вот так, вот так, вот так, вот так и вот так. Все. Мы загрузили полностью. Этот еще обучается, но пусть. У нас видеокомпонент почему-то не создается. Не знаю, почему он не создается. И не со мало создается шестеренок. Они нам понадобятся. Их будет требоваться в достаточном количестве. Давайте будем их создавать. Тем более сейчас они дообучаются. Вот она обучилась. И она стала более перспективным специалистом для нас. Она стала делать компоненты. Требование выполнено 0%. То есть у нас вот не хватает модуля интер... Не понял. А, пока не можем. Здесь у нас не хватает шестеренки. Тоже не можем пока что делать. Короче, ни то не можем делать. Нет, это нам не нужно. Нам нужно внешний модуль. А, это мы должны вот это сделать. Блин, окей. Отклоняем. Сначала мы делаем тогда эту штуку, потом мы делаем вот эту штуку и делаем вот эту штуку. Вот так вот. Пока пусть будет так. Подождем, пока она закончит. Так, далее. Отлично, 39 тысяч у нас. Что у нас по контрактам? 3 700. Почему-то мы не можем обсудить. Давайте сделаем автопродление контракта. Пусть будет. Почему бы нам не зарабатывать эти деньги? У нас 55, 40, а, 55, 53. У нас отлично. Короче, у нас 50, мы можем спокойно уже нанимать. Так. Этот ищет еще кандидатов. Ну, уже все, братан, уже не надо искать больше. Исследования есть, теперь мы можем людей побольше. Системного администратора. Давайте его возьмем. И сразу же будем поиск начинать системного администратора. Компоненты, настройки. Давай, все. Ищи. Все. Отлично. 80% загрузки, повышение. Но у нас шестеренка нужна, конечно. Нам еще нужны деньги. Нам и то повышать. Давайте повысим до 60, это мы еще успеем. Разработчик. Новичок-разработчик нам нужен. Угу. Значит, нам нужно, грубо говоря, еще один стол поставить, чтобы нанять новичка-разработчика. Окей. Поставим еще один стол. Что нам делать? Придется ставить. Даже, наверное, не один стол, а придется два поставить стола. Вот так вот. Нашел 93. А ну-ка. Ё-моё, почему? А ну-ка, 4. На не согласится ни хрена, наверное. 5 700. Да ты чё, больной дядь. Такие бабки. О, этот еще, наверное, дороже. 4 300. 4 900 хочешь, да? Я тебе хочу сказать, не пошел бы ты 4 600. Но это много, это... А, во, принял. Ну, принял, так принял, значит, все.
берем его, он будет у нас создавать вот эти вот компоненты. Brett Mauser будет создавать операционную систему и виртуальное оборудование. Пусть создает, это у нас нужно будет для прямых трансляций, смотрите. Нет, нет, для хостинга. Чтобы хостинг увеличивать. Видите, у нас уже на 50% он сейчас будет создавать компоненты, мы будем повышать свой хостинг. Пока что так. Что нам нужно, когда мы... Так, 20 тысяч баксов нам дадут. Хороший такой стимул. У нас пока что опять расходы увеличиваются, мы ничего толком не зарабатываем. 3 300, вот 3 700 предлагают. Так, даже не знаю, что брать за 130 тысяч показов. Правда, не знаю. Нужно... Этот сотрудник уже управляет. А, наверное, надо несколько, короче, сотрудников, чтобы было два контракта. Ух ты, как все интересно. Ладно. Так, а мы ж нашли, да? Это мы искали системный администратор. И опять же, администратора ищет. Нет, не надо администратора искать. Нам теперь понадобится кто? Ну, этот парень делает, занимается. И женщина тоже делает. Тут все у нас... Но нам будет нехватка вот этих графических, короче, вот этих вот компонентов, как я понимаю. Сейчас будем смотреть, чего у нас реально не хватает. Шестеренок не хватает, а этого-то тоже. Внутренний модуль создает она потихоньку. Окей, давайте найдем... Кого мы найдем? Разработчик или дизайнер? Кто важнее сейчас? Давайте поиск, наверное, разработчиков активируем. Пусть будут разработчики. Поищем. Начался новый финансовый год. Ваши отчисления в пенсионный фонд были обновлены. Вот тут, короче, тоже, не знаю, налоги 40%. Короче, тут и тоже... Не понимаю, что, куда, что, почему пенсионный фонд. Транзакции. Виртуальные сервисы. Опять рекламная кампания. Это у нас минус, минус бабки. Короче, уходят, утекают конкретно, причем утекают. Нам надо запускать прямую трансляцию. Нам нужен внешний модуль и внутренний модуль, который никак не может эта женщина сделать. Она сейчас сделает внутренний модуль, а потом будет делать внешний модуль. Пусть занимается. И этот чувак у нас начал тоже производить оборудование. Так как оно пока что нам не сильно нужно, пусть он, наверное, обучится. Хотя нет, оно-то нам нужно. Хост нужно улучшать. Ну, ладно, не сильно прям, не очень горит. Так, надо посмотреть транзакции, когда закончится пенсионный фонд. Что там у нас? Ничего, да? Ничего у нас нового не забрали, все нормально. О, 1800. Короче, все у нас пока что хреново. Но у нас выросли очень сильно показы до 77 тысяч. Автопродление. Закрываем продление. И у нас 3700. Вот этот вот самый у нас большой контракт. Давайте настроим фильтр. Так как у нас в день получается 83, мы будем искать минимальное число показ от 86. Пусть он ищет от 86, потому что у нас идет рост по людям. У нас идет рекламная кампания. Ауч! У нас уже максималка. Так, ну нужно улучшаться. Что? Я даже не знаю. Повышение. И тут повысимся сейчас. И тут мы улучшились. Нам не хватает шестеренок. Этого вроде все хватает, шестеренок не хватает. Нам надо обычного этого администратора найти. Найм персонала. А, вот мы искали его. Новичок, новичок 80%. Сколько ты хочешь зарплаты? 3400 устроит тебя? 3600. А ну-ка, за 3500 ты пойдешь. Прям как евреи, будем торговаться до последнего. Отлично. Забираем, потому что места как бы пустуют. Давайте системного администратора. И будешь ты у меня делать шестеренки. Вот так вот. 3 шестеренки, потом
Два сетевых компонента. Это мне важнее всего. И вот эти вот как пальцы, не знаю, как оно правильно. Интерфейсный компонент. Плюс интерфейсный компонент. Вот так вот, три штуки, чтобы мы могли повышать уровень. Так. Ну, а чё, за что 2000? Рекламная кампания, зарплата. Блин, зараза. Бабос утекает. Максимальный уровень. Опа, вот настало время. Исследование, максимальный уровень. Нам надо фреймворк. Нам надо 200 исследований, чтобы купить этот фреймворк. И здесь начинается интересное. Нам нужно бы повысить, но 3000 в месяц еще сверху. Это для нас чересчур. Две. Во! Смотрите, есть 4. Давайте обсудим. Вот. 4 и на 10 дней. 400. Мы будем зарабатывать. Теперь у нас должен пойти... А, нет. Нет. Пока что еще пока не пойдет. Но у нас уже как бы заработок немножко есть. Уже хорошо. Улучшим сайт. По-любому мы его улучшим. Сейчас подождем еще чуть-чуть. Можно пока что отменить рекламную... Нет, вот так вот. Поставить на паузу рекламную кампанию. Зачем нам тратить деньги, когда у нас уже сайт полностью забит? Мы ждем исследования, чтобы... NetFramework получается. $15 у нас штраф за то, что мы не выполнили немножко, да? Контракт 2. И опять у нас $15 тогда. А вот, минус 25. Немножко нам не хватает, но ничего. Нам чуть-чуть нужно потерпеть, совсем чуть-чуть. Давайте, так, хватит этих искать. Нам нужен дизайнер. Пусть ищет дизайнера теперь. Всех этих удаляем. 205. Отлично. Фреймворки. И его 60 тысяч стоит, чтобы поставить. Ох, блин. Хостинг у нас тоже забит. Вот, мы можем, кстати, добавить вот этот вот сразу. 60. Мы сразу как отлично вообще просто прыгнули. Мы добавили облачный сервер. И есть еще облачный сервер. Добавляем, добавляем, добавляем. Отлично. Хорошая работа, стабильный доход. Да, подождите, поддерживать. Еще пока мы не можем поддерживать. Так, использование серверов. У нас использование не на максимум, но нам не дает вот это, потому что нам нужно фреймворк. Так, сейчас я вам покажу, где он, блин, потерял. Так, перед... А, улучшить все функции написано. То есть нам нужно вот это еще улучшить, чтобы поставить фреймворк. До 10. Давайте пока что удалим ее. Нет, так не подходит. А, наверное, вот это нужно еще улучшить. Правильно, до 10. Или нет? Так, не то. 15-16. Мы что-то слили, но слили мы не туда, куда нужно. Этот 10 уровень, этот максимальный получается. Значит, все-таки один хрен, нам нужно улучшать прямую трансляцию. Давайте повысим, давайте запустим. Так, у нас что получается? Под итог 55%. Не очень недовольны люди, что вот так вот происходит. Ну, лучше что, а что делать? Мы с вами пока что работаем в минус, но... Это все поправимо. Так, и теперь нам нужно дизайнера. Дизайнера все какие-то дорогие. Дизайнеры прям очень дорогие. Вот, вот этот может быть будет. Давайте за 3200. 400. Почему люди, блин, вот... Не, ну я, конечно, понимаю. Торги и все такое. 4. Предлагает 3900. Нет, друг, надо... Давай на 3600 сойдемся. Хрен с тобой, ладно. Урод, блин, выбрать.
И он у нас будет что делать? Он у нас будет делать вот эту штуку, вот эту штуку. Но это пока не... Хотя ладно, пусть одну делает и еще одну вот эту. А, ладно. Еще сделаем схему, пусть в конце лупасит. И сразу же его обучить, чтобы он у нас быстрее всю эту хрень делал. Замечательно. Просто великолепно. Так, сайт. Что у нас с сайтом? Что у нас по штрафам? Штраф $15, но это, конечно, так, это, ну, слезы, ничего страшного тут нет. В 1000 мы с вами вышли. Теперь контракты. Что такое? Контрактов 2. Предлагают 3,50, предлагают 2, 3,70. У нас, мы, короче, не выходим, видите, нам надо по 1000, ой, по 100 тысяч показов, мы немножечко не догоняем, не добираем. Давайте пусканем рекламу немножко, буквально так, кропалик. Трансляцию повысить не можем, не хватает сетевых компонентов. Друг, ты чем занимаешься? Нет, не ты. Так, а вот, делаешь, да, сетевой компонент? Давай, делай. Да обучить тебя тоже, что за хрень? Ты что? Вот, этот обученный. Видите, кто обученный, тот делает быстрее все. Так, ну пока ты не можешь делать, обучайся тогда. Этому парню тоже обучение всучим, пусть будет. 3,5, 3,70, 130 показов нет. Ну пока гляньте, как мы упали. Что за фигня, что-то не пойму. А что такое упадок конкретный? Контракт будем продлевать. А, или еще прибавляется. Что я... А не, идет прибавка, нормально все. Я уже испугался. Думаю, почему у нас такое падение огромное. Ух, так, здесь мы уже тоже здесь и здесь выбрали отмена. Так, 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 изменить роль. Менеджер, да? Давайте выберем всех. А, только троих можно? Ну тогда лучше уже дизайнера этого. Этот нам не нужен. Пусть два дизайнера тогда делают. Окей, раз такое дело. И обучайся, Валифордж, главный директор. Эти тоже пока что обучаются. Пока два косаря, мы опять в минусе. Пока что все хреново. И здесь у нас сайт не вытаскивает на то, что нам нужно. Нам нужно NetFramework, а мы его не можем поставить, потому что у нас не хватает сетевых компонентов. Ускоряем время. Давайте. Что делать? Пусть они делают быстрее сетевые компоненты. Нам нужно прокачивать прямую трансляцию, чтобы поставить этот фреймворк. И я даже вот не знаю. Короче, нужно что-то думать, правда. Без понятия. Нам надо будет еще 60 тысяч на установку этой ерунды. Нам бы как бы не погореть со всей этой фигней. Смотрим, что нам могут предложить. Мы, короче, платим штрафы, так как мы не в состоянии сделать контракт. 380 показов нужно делать. Максимальное количество 380, ну, я так понимаю, в день. Нет, мы пока что на такой... лимит выйти не можем. Иначе мы просто в штрафах с вами зароемся и не сможем вырыться. Так, ну мы можем повысить сейчас наконец-таки. Наконец-таки еще до второго уровня. И теперь нам нужны еще сетевые компоненты. Обучение у всех прошло. Теперь главное нужно ждать. Еще у нас капают исследования потихоньку. Досмотреть, что мы еще можем улучшить. Функция обмена. Нет пока что. Хостинг.
там мы можем открыть, но я пока в нем смысла не вижу. Нам он не нужен. Видите, макс функции 3,3. Вот 6 функций надо 500 и 300 тысяч. Но по контракту мы как бы деньги зарабатываем, но плюс у нас вот есть штрафы 79. То есть штрафы, да. Штрафы идут. У нас идет реклама, мы тратим деньги на рекламу, чтобы развивался наш сайт. Плюс же у нас прямая трансляция, она тоже работает. Блин, долго очень сетевой компонент. Начальник. Чуть я не понял. Производство создать план. Что-то я не понимаю, чем они занимаются. Они что, сами не делают, что ли? Стоять боятся, я что-то не понял. Он накосячил или, ну, то есть я, получается, накосячил. У меня некоторые работают сами. Не, они создают, почему? Странно. А как так получилось у меня? Разработка. А вот этот сам. Значит, в подчинении 3. Бонус на каждого сотрудника. Так, ладно, хорошо. Давайте будем производить вот этих 9 компонентов, этих 10. Вот этих мне нужно 20 компонентов. Компонент базы данных 10. Этих тоже 10. Вот этих мне нужно 20 графических. 10. Компонент верстки пока сильно не нужен. И этих тоже 20. Сделаем так. Все, план. Так, почему мы не можем его сохранить? Так, удалить. Все. План создан, правильно? Требования выполнены 0%. Не хватает графического компонента и не хватает этого компонента. Она ждет, типа, да, теперь из-за этого. А этот Kinder лупасит. Начальник. Начальник что-то хреновый начальник. Что он на... вообще... Бред какой-то. Они, получается, теперь, ну, они будут в два раза. Гляньте, она вообще ничего не делает. Получается, она просто сидит, курит. И это теперь сидит, тупит. Она не делает, потому что у нее не хватает. Вот смотрите, надо этот хочет новую работу. Нам нужно повысить зарплату. Да, повышаем ей зарплату, иначе сейчас свалит, урод. Так, значит, я в этот раз, в этой игре, я очень сильно с этим, как его, облапошился со всей этой фигней. Не нужно было его делать. Надо было, чтобы он тоже создавал. Значит, все, убираем. Пусть будет специалист по кадрам. Не знаю, что он будет делать. Он, короче, теперь просто тупо сидит, как придурок. Он ничем не может мне помочь. Вот правда. Но лучше бы он что-то... Лучше бы что-то он разрабатывал, вот серьезно. Разработка. Вот сиди и разра... Но он не будет разрабатывать. Запускаем машину времени. Вот. Тут у нас все было налажено. Пусть оно так и останется налаженным. Сейчас они все придут и будут работать. Как было, точнее, уже настроено, как нам было нужно. Так. Пользователи онлайн. Пока что все у нас не очень хорошо. Только третий уровень. Ну, ладно, ускоряемся. Поставил на паузу. В АФК режиме купил 60 на этот фреймворк. Поставили его. Теперь у нас все отлично. Можно улучшать дальше. Вот эту нашу страницу теперь, смотрите, мы можем даже на плюс 10, даже гляньте, на плюс 30 мы практически, вообще я не знаю, как боги повысились. У нас теперь 430, 30, 4, короче, пол ляма, грубо говоря, потенциала, но у нас очень мало денег.
и в месяц у нас минус 30 тысяч. Сейчас я даже не знаю, что нам нужно, как нам нужно стартануть. С прямой трансляцией здесь сложнее. Тут пока не знаю как. Деньги на рекламу тратить я не буду. У меня еще плюс ушел сотрудник. Я не знаю, почему он ушел. То есть он решил, что нехрен тут работать. Надо уходить. Он ушел. Короче, типа он не любит своего босса, он свалил. Он вот тут ищет. Я нашел еще сотрудников. Надо их будет сейчас нанимать. Будем предлагать по 3900. Деваться некуда. 4400 нет. Ты вообще больной, дядь. Такие бабки я тебе платить не буду. 4200. Вот так. Будем сейчас торговаться, чтобы людей взять. Есть контакт. То мы, если так. Контракт 2. Обсудить. Давайте вот обсуждаем. Мы можем 90, да, и смотрите, на 10 дней. Штраф 20% принять на 416. Получается $416 мы будем зарабатывать. Фильтр мы давайте с вами сделаем где-то от 224 показов поставим. И теперь что у нас с сайтом? Страница прокачана, прямая трансляция у нас пока что тоже нормальная, все у нас нормально. Я еще поиграю немножко в ФК, и мы продолжим в следующей серии. Поэтому всем спасибо и пока.